Не, нахожусь в государстве, Это Ватикан, Италия. Я нахожусь на площади Святого Петра. Площадь Святого Петра окружена вот этими двумя полукруглыми колоннами Тосканского ордена. И простите, облик египетский обелиск, который привез из африканской страны, из Египта. Начальные известные древнеримский император Калигула. Этот обелиск еще выполняет роль астрономического объекта. И он единственная достопримечательность, которая сохранилась в неизменном виде. Потому что римляне думали и думают, что на вершине обелиска хранится прах Гая Юлия Цезаря. И сейчас мы стоим в очереди, собор Святого Петра, вход бесплатный, но достаточно большая живая очередь. Смотри, если ты меняй на чале, я чуть. Мы опять поднимаемся пешком на купол собора Святого Петра в Ватикане. Здесь опять две возможности. Можно подняться лифтом. Билет стоит 10 евро. И пешком. Билетик стоит 8 евро. Пешком вот таких 551 ступенечка. Я, конечно же, хожу везде пешком. В таких местах. Итак, мы поднимаемся на купол Святого Петра в Ватикане, Италия. Вот таким ступенечком мы поднимаемся. Вот самое. И, я так понимаю, это уже совсем последние. Вот такие вот всего лишь ступенечки. И канатик висит для того, чтобы можно было держаться. Все, мы пошли дальше. Ну, вот мы и поднялись на купол. Перед нами открывается на старый город. Вы видите, какая прелесть. Вид шикарный. Красивая.